Всем привет! Когда мы думаем о кемпинговом кресле или стуле, у нас ассоциация с чем-то громоздким, тяжелым и неудобным. Кресло Shell меняет представление о кемпинговой мебели. Оно очень компактное и легкое. Его можно поднять буквально одним пальцем. Если сравнивать кресло Shell с нашим стандартным кемпинговым стулом, они будут иметь одинаковые посадочные размеры. При этом кресло Shell ровно в два раза компактнее и в два раза легче, в силу того, что у него легкий алюминиевый каркас и он разборный. При этом кресло Shell выдерживает нагрузку до 110 кг. Чтобы продемонстрировать это, мы пригласили человека весом порядка 95 кг. И он сейчас нам продемонстрирует прочность этого стула. Каркас кресла сделан из алюминиевой трубки с толстой стенкой. И по аналогии с дугами палаток, здесь есть резинка, которая стягивает эти трубки при сборке. Трубки, обращенные к земле, имеют резиновые наконечники для удобства установки кресла. Кресло Shell очень компактное в собранном виде и собирается очень быстро и легко. Здесь всего две детали, это само сиденье и каркас стула. Мы его сейчас разберем. Все.